бушующем море. Мы начинаем по чуть-чуть праздновать. Вот, Вика захотела ужин на море. Море бушует, приветствует Викторию. О. Меня спрашивали, пью ли я и как часто. В общем, пью я раза 3-4 в год, только белое вино, сухое. Да, обязательно сухое. Oh, bravo! Thank you, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. No, привет. Доброе рождение. Так, забудьте пост про сахар. Сегодня у меня день рождения. Нифига себе. Happy birthday to me. Ай, как классно. Ля-ля. Ну что же, я хочу начать пост о сладком. О том, что его нельзя есть. Ни в коем случае. И самый главный диетолог. Сия Руси. Вот он. Диетолог Сия Руси. Вот как нельзя есть сладкое. Плачет, но ест. Еще у нас тут продолжение банкета. Дома у нас также белое винцо шардоне, два вида сыра, дорблю, виноградик, фильм, как называется? Экзамен. Экзамен, да, какой-то запутанный. Трейлер психологический. И муж, собственно, в рубашке, в русской. Волк, собственно. Давай. Собственно. Спасибо, спасибо. Милочка. За меня. Фильм потом расскажем, как понравился или нет. Ты на посту, да? Лосяш. И мой маленький лосяш. Он на посту, да, конечно, я здесь хозяйка положения. Да. Ой, мы только проснулись, у нас вот такой завтрак. Картошечка с вчера осталась, яичница, перчик, помидорчик. Вообще ничего нет в холодильнике, только продукты, продукты. Надо все готовить. Вот, сейчас будем кушать. Здесь я запекла курочку по-быстренькому в духовке, сварила кисель, для желудка очень хорошо. Варится бульон на борщ, и хотела сделать рис, но нет приправ, попозже сделаю с овощами. Муж сейчас уехал по делам, плюс заедет в магазин за специями для риса. Еще нужно купить молоко, потому что здесь нет кефира и творога, буду готовить его сама из молока, потому что я не могу, особенно без творога. Вот, сейчас буду еще 50 раз приседать. Хотела похвалить своих девчонок. Девчонки некоторые скидывают видео, молодцы. Также многие занимаются, но не присылают видео, но пишут, что я с вами, я занимаюсь. Тоже все молодцы. Главное приседание, видео не главное. А чего не имется и хочется слиться в лето? Покажи мне то место, что даст все ответы. Не кидайся в стены тортом, занимайся лучше спортом. И любовь, похудеешь быстро вновь. Легкий пост на две недели. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar, then put Van on the...